С сегодняшнего дня в Якутии стартует декада льготной подписки на периодические издания. На газету «Забота Арчи» также можно подписаться дешевле в рамках акции «Газета ветерану». Льготную подписку можно оформить и на литературно-художественные издания «Чалбон» и «Полярная звезда». Я считаю, что в связи с поднятием и цены на подписку и на доставку сегодня есть необходимость проведения вот такого, ну, своего рода благотворительного шага. Действительно, наши газеты сегодня оказались достаточно в сложном положении, связанные с расходами, которые идут на доставку газет. Поэтому те газеты, которые несут социальную направленность, а газеты «Забот Арчи» она несет, носит именно социальную направленность, они все-таки и должны оставаться доступными. И на настоящий момент я могу в состоянии это сделать из собственных личных средств.